Брали штурмом. В Железногорске силовики обезвредили банду торговцев оружием. Чтобы их задержать, провели целую спецоперацию. Подозреваемые хоть и не оказывали сопротивления, но добровольно выходить из квартиры отказывались. Дверь полицейским пришлось выпиливать болгаркой. Внутри оперативники обнаружили порох и готовые пистолеты. А чуть позже в лесу и тайник. В этом месте. Вот перегрузка. В тайнике нашли обрез охотничьего ружья, автоматы и патроны. Все, что изъяли оперативники, отправили на экспертизу. Теперь задержанным грозит до 6 лет лишения свободы. Сотрудниками полиции уже было установлено, что один из задержанных подошел к своему приятелю с просьбой изготовить из охолощенного оружия боевое. И также оказывал помощь и содействие в обнаружении, в поиске запасных частей, пороха, пуль, гильз и других предметов, инструментов для переделки этого оружия.